Всем привет. Вот сейчас я в село Чистополе, это Коченевский район. Еду на озеро Щучье. Ну, перед этим озером еще вот такое красивое озерцо есть. Прям смотрите, какое оно большое. Вот оно село. Сейчас мы тоже по нему проедем. И доедем до озера Щучьего. Вот впереди перед нами Чистополе, это село такое, небольшая такая деревня. Сейчас поедем дальше. А затем плавно поверните направо. Сейчас поедем к озеру. А это уже вот Щучье озеро. Такая вот красота. Сейчас пониже спущусь. Я в центр заехал, вот он, у них обелиск, монумент в честь погибших в Великую Отечественную войну. Это, наверное, вот здесь, скорее всего, похоже на клуб. Дальше там магазины всякие. Сейчас еще проедем маленько. Это вот здесь вот два магазина. Дальше детский сад идет, фельдшерский пункт. И дальше вот это бы правильно был клуб там возле монумента. Здесь вот дальше еще улица, с которой мы заехали. Дальше еще там магазинчик.